Всем привет! Вы на канале Fox Tales, с вами Катерина и наши приключения в Open Country. Что скажешь мне, а? Погодка сегодня классная, да? 6 утра, мы с тобой встали. Помнишь для чего? Помнишь, на рыбалку мы с тобой идем. У нас сегодня квест на рыбалку, так что я достал свои классные желтые резиновые сапоги. Удочку приготовил, спиннинг самый крутой. Пошла в магазин спиннинговский. Вот, говорю, я поеду на рыбалку. Мне, пожалуйста, дайте такую удочку, на которую бы рыба сама ломилась бы прямо на удочку и ловилась бы. А я бы где-нибудь в тенечке загорала бы, кофеечек попивала бы, шашлычок жарила. Мне, конечно, на меня как на дуру посмотрели, сказали, ну ты да, в курсе, что удочку поднимать надо, там рыбу. Я говорю, ну вы мне дайте, пусть хотя бы она сама ловит. А уж поднять я вон Бадди попрошу, он, знаешь, как палки классно поднимает. О, удочку он только так поднимет. В общем, удочка у нас с тобой есть. Нужен был еще что? Сачок, да, наверное? Рыбку так, мы же поймаем большую рыбу, ты же, надеюсь, не готов ловить всяких мальков-караськов? Нет, будем ловить сама, огромного, 25-килограммового, не меньше. Поймаем сова, людоеда. А может, мы найдем внутри него что-нибудь полезное? Внутри рыбы же, наверное, что-нибудь бывает? Интересно, вот когда ловят огромных рыбешек, не вот этих вот, всякую сайру, кильку и прочую шушеру, а нормальную такую рыбу. Я наберу ягодку жрать хочу. Понимаешь, с утра не поела. Вот внутри рыб, наверное, находят поменьше рыбы там или какие-нибудь кольца золотые. Да, ну мужики же ловят эту рыбу рукой, руку суют под бревной, сом хватает, а мужик орет, руку расслабляет, сом с кольцо золотое с пальца снимает и эту улетает жене своей карасихи, да, преподносит сюрприз. А, ты думает, охотится на рыбу, а эта рыба охотится на золото. Так вот. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, мы с тобой сейчас должны накопать червяков. У меня прям по квесту говорит, накопай, пожалуйста, земляных червяков. Мне их жалко. Понимаешь, с самого детства у меня особое отношение с этими дождевыми червяками. Я их любила. Когда огород копали, картошку сажали, я их там... Нет, не то, мне не то. Отлавливала. Старалась из-под лопаты, из-под удара убрать их, потому что ну, их же пилят, рубят пополам. Я понимаю, они там рассасываются, типа, ой, нас было двое, теперь... Ой, мы были одни, вернее, теперь нас двое, да, вот этих сиамских близнецов разделяют. Вот. Но все равно мне так их было жалко. И просто я не могу понять, как я сейчас могу вот этого бедненького червячка коричневенького, гладенького, который по ручке тебе ползает, на тебя в глазки смотрит с таким верой, надеждой и говорит, ты что, правда? Правда, будешь мне иголку в задницу сувать или в рот? Ты же не понимаешь, где у меня лицо, где задница. Ты меня сейчас воткнешь в мой правый глаз, а он и так с катарактой, я помру. Жалко мне червяков. Но, ой, мы с тобой дошли, мы быстро с тобой дошли, кстати. Но выбора нету. Знаешь, на кого можно? На опарыши, да, наверное? Фу, ой, мерзкие твари, нет, я бы даже их в руку не взяла. Фу-фу-фу. Еще на кого ловят? Давайте, эти грибники, рыбаки, говорите, где гриб-то был? На кузнечика, а кузнечиков вообще не жалко. Их же дохерелион. Бадди, где гриб-то был? То есть, ему же я его собрала уже. Их же... Во-во-во-во-во. Их же так много, этих кузнецов. Они же потом в саранчу превращаются. Ветку давай соберем, а то у меня веток мало, кстати. Вот. Я бы на кузнеца бы это. Ну, наверное, рыбу кузнецы пугают, да, они же лапками сами. Рыба говорит, фу, кто там как будто пенопластом по стеклу елось. Не любит, да, рыбы кузнечиков. Лапки, говоришь, им отрывать надо? Ну, можно, это живодерство уж какое-то. Это уж как-то это прям по-злому. Прям по злому, по сердцу бьет меня. Не, вот поэтому рыбалку я вот, когда я рыбачу, я это, знаешь, что делать? Батя, ты меня распугал всю твою ужину. Я рыбку отпускала. Я поймала, отпускала. Она немножко калеченная была. Ну, там, ротик у нее порванный был, да, но она жива. Хотя бы она жива была. А не как вот эта лиса. Ой, ты смотри, ты видишь? Нет, вряд ли уложила. Эх, ладно, я просто так, чисто пофаниться. Вот, так что, давай попробуем поймать рыбу на каком-нибудь перловке. Ой, на хлебный мякиш можно.
Я что, в другую сторону шла? Я знаю, да-да, можно на хлебный мякиш. Я так делала. Вот, еще можно эту прикормку делать эти кашкой. О, кашка-малашка. А, это наш КВС гребаный, смотри. А, в текстурках висит. Невидимый айс принес мне груз. Спасибо тебе, поклон тебе низкий в ноженьки. Я собрала еще одну посылочку. Там их до хрена. Люди не дождутся писем. Вот ты ждешь какую-то посылку, да? Не жди. Не жди, все просрано. Все вот ушло в подземлю, в текстуры. Это я даже поднять не могу. А может, я если уберу ружье... А? Нет, смотри, ничего не берется. Ну и фиг с ним. Так, вот, значит, я пришла к старому мосту. Тут у меня будет шериф. У нас это все на самом деле романтик. Бадди, а может, ты мне какую-нибудь эту, да, иди поищи водоплавающую. Вот, шериф, ты говорит, ой, ты умеешь рыбачить, все вот такое прочее. На самом деле он хотел меня затащить на свидание. Тут одинокий причал, никто нам не помешает. Где ты, псина? Что? Что тебя русалки за хвост держат? Говорит, какой мужчина будешь наш, а? Выплывай, бадди, выходи нахрен. Ой, я его могу погладить, ни разу собаку тут не гладили. Все? Он стал невидимый. Все, русалки его сожрали, одни косточки оставили. Хватит его гладить. Давай пойдем на причал. Мы дошли до причала. Сейчас посмотрим, что нам квест обновится. Во, смотри. Замечательно, нам уже постель приготовили, а? Ай, хорошо. Это качественная веревка нам дал, знаешь, для чего? Чтобы я удочку сделала. А у меня уже удочка есть. Бадди, харе выкаблучиваться. Так, искусственная приманка, живая наживка. Так, что у нас теперь есть? Давай задание смотреть. Отыщите червей the best. Червяки the best нужно найти. Да, в городе особо негде ловить. Та-та-та-та-та-та. А как? Искать червяков. Одна живая наживка. У меня есть Генри, одна искусственная приманка. Давай смотреть, что в рюкзаке. Бадди так шлепает там. Всех водяных распугал. А что? Ой, надо попить, кстати. Смотри, пластик используется... А, выбросить выбор предмет. Я не знаю, что делать. Искусственная веревка. А, может быть, сейчас я, знаешь, в это зайду в создание персонажей. Не в создание персонажа, а в выживание. Выживание. Вот здесь можно сделать удочку. А у меня есть такая удочка. Она у меня правда есть. А зачем мне еще одну делать? Я не хочу. Ой, так тут можно копье сделать. Прикинь. Отличная замена луку. А зачем мне копье? Я что, Я что, вообще... А это, на голову стукнут? У меня ружье есть. О, какой-то дом. Так, погоди, вот давай смотреть, как можно наживку эту найти. Я не знаю. Пошли к дому сходим, во-первых. Может быть, там наживка? Может быть, кто-то уже приготовил наживку, а мы ее тихо свистнем. Ой, да это как с грибами. Идешь в лес, да? Набрал себе эту корзинку грибов, оставил ее. Реально такой случай читал в интернете. Короче, люди поехали в лес. Набрали, сколько у них? Да хрена, короче, ведер грибов. И это оставили, отошли чуть подальше. Пришли, ни ведер, ни грибов, ничего нет. И даже следов не оставили, прикинь? Вот, и мы вот сейчас то же самое с наживкой сделаем. Зато нам не надо ничего копать. О, мы очень хотим пить. Хорошо, что у меня большая фляжка есть. Надо, кстати, ту еще маленькую зафигарить водичкой. И будет хорошо. Подожди, надо поесть. Па-па-пам. А то черника стухнет. Черника нам здесь не друг, ты помнишь? Ты помнишь, сколько раз меня черника под монастырь подводили? На тот свет отправлял. Мне там демоны за пятки кусали, говорили, черничку ешь, к нам иди. Так, еще что-то мы нашли с тобой. Ящик с припасами. Это нет, не то. А другой ящик с припасами. Бревна только. Слушайте, а кто здесь жил? Ветка подобрать давай. Здесь жил охотник-нудист. Да, он любил голым бегать по лесу. Вот. Охотиться со своим тем самым ружьем на зверье. Но зверье, короче, коллективную жалобу. Заяц говорит, побойся бога, человеку. Я зайчат только вывел на прогулку. Они еще маленькие, а еще не видели вот этого непотребства. Спрячь все. Они написали, короче, жалобу нашему шерифу. Шериф приехал, посмотрел, говорит, ну не, мужик, так нельзя. Ну ты хоть это, шкуру оленя, ой, гриб,
примотай себе на то это, да, голову хотя бы, ну, чтобы не пугать народ честной звериной. Он уехал. Ну, здесь испугался, что-то засало. Знаешь почему? А потому что медведь к нему пришел, говорит: слушай, ты любишь голым ходить, я всю жизнь голым хожу, давай семью организуем. И вот, в общем, испугался, наш турист свалил. А нам и хорошо, мы теперь здесь безопасно, а то бы нашли бы непонятно кого. Ой, страшно было. Ну, у меня что есть? У меня есть ружье. Есть ружье и не жужжо. А куда ты так убежал быстро? Вот. Мы тоже были бы охотниками, не нудистами, мы охотники-натуралисты. А как искать этого червяка? Кто мне скажет? Вот смотри, у меня два. Их два есть. А, может быть, какой-то тут есть повязка. О, ткань. А у меня есть ткань, кстати, в этом. А, в, ну, на том, на моем пепелаце. Есть, я знаю. Вот смотри. Отыщать червей. Где их мне отыщать? Я не знаю. А может быть, оно как-то копается? Ну вот мы с тобой одну наживку видели. То есть я ни разу... Нет, я как-то находила этого червяка. Ну да, с Генри мы с тобой с самого начала игры лазим. Но он у меня просто как-то сам по себе появился. Я шла, он у меня по дороге переходил. Ой, я гусениц люблю. Вот ты идешь, когда по дороге увидишь гусеницу, ты ей помоги на травку перебраться. Она тебе в ноженьки покланится, скажет: спасибо большое. Ты представляешь, ты насколько этого... Дальность ты ее укорачиваешь, что ей своими маленькими ножками ти-ти-ти-ти-ти перебирать. Ты пробовал перебирать ножками? Нет. Ты же сам любишь на машине ездить, так гусенице помоги. Я, короче, не знаю, что делать. А, вот что-то есть. А что это такое? Это мусорка. Бадди, ты плаваешь? Ну так плавай, не надо на месте зависать, а то я думаю, что ты тонешь. Собаки, кстати, могут утонуть, как думаешь? Так. Нам нужно еще найти 2-3 червя. Понятия не имею, как искать. И пояснительной бригады нет. Чего мне нравится в этой игре? Никаких тебе подсказок. Никаких. Хочешь что-то найти? Бегай, изучай сама. Стоп, что это было? Ага, ничего не было. Бадди. Ну, хочешь пожрать? Смотри, каждый день его надо кормить, чтобы он меня любил. Понимаешь, каждый день я должна ему пищу на коленях подползать. Говорю: псина, жри и люби меня. Так нельзя. Если у тебя собака любит тебя только за счет еды, ну, то есть что-то в ваших отношениях неладно. Вам надо к собачьему психотерапевту. Так, а это что такое? Слушайте, да тут целая деревня была. Ее что, затопило? Затопило целую деревню. Лягуха, а пойдет? Мне кажется, на лягуху вообще все замечательно должно ловить. Там одна лягушка за всех отдуваться будет. Это что такое? Ты что едешь опять? Ты что едешь, а? Ты на воздушной подушке, что ли? Смотри, давай попрыгаем. Сейчас ее отлагает. Сейчас весело. Опа, все, бегаем. А, я сейчас, знаешь, что сделаю быстро? У меня здесь вот есть вода? Или нет вода? Вот, надо набрать ее. Да ближе подойди. Ой, страшно, в воду заходить. Опять каким пиявки. Укусят меня, и кровь высосут. Они, конечно, полезны. Все зло из тебя высосут. Но и добро могут тоже. А если в тебе нет добра, тогда вообще тебе бояться нечего. Нужно бояться людям, с которыми с тобой живут. А, все же непонятно, как мне найти червяков. Но если я сейчас не найду червяков, не переживай. Давай еще минутку сбегаем вот там. Вот я видел тоже, что-то разрушенное было. Не найдем червяков, у меня целых два есть. Сейчас сразу на них двух и половим. То есть вот квест он висит, видишь, смотри. Отыщите 3 червяка. А я лягушку... Нет, у меня прям реально червяк был. Червяк червячный. Вон какая-то разрушенная постройка. А здесь что, жил этот? Еще один нудист-натуралист? Нет, здесь жила эта женщина-колдунь. Колдунья здесь жила на болотах. Ты знаешь же, да? Всегда в деревнях на болотах жили какие-то
ведьмы, но не только на болотах, в лесу, они подальше от людей, во-первых, потому что люди косятся, смотрят так недобро. Вот чё, ну ведьма я и ведьма, и чё? Помереть мне теперь? Нет. А чуть что случится, какая оса прижмет, так вы сразу идете. Ой, бабка-ведунья, покажи, приворожи. Муженек от меня ушел к этой прошмандовке-то. А, я его люблю. Что мне сделать? Как на новолуние куда пойти, куда податься? Вот это все. А когда все нормально... Ты говоришь, фу, она ведьма, жечь, тварь. А как опять что заболит? Ой, у меня понос, подагра, помоги, полечи. Короче, бабкам этим ведуньям это надоедает? Вообще дико надоедает. Они говорят, свалю я нахрен на природу, буду лучше с чертями играть в преферанс, чем с вами, людьми, тут помогать. Ветка. А где черви? Черви. Вот, и здесь вот такая вот одна жила. Ну, а потом случилась беда, пока бабки не было, пришел этот кузнец привороженный, он говорит, я задолбался, одна любовница ходит приворажить, я к ней иду, жена приворажить, я к ней иду, я, может, вообще люблю нашего председателя, судьба у меня такая незавидная, говорит, надо бабку эту убивать, и пошел, сжег все к чертям собачьим, весь дом сжег, пока она там травки-муравки свои собирала, пришла, дома нету, что делать, пошла вот в сельсовет, хотела писать заявление, да, этому самому главному, кто там, городовому. А он говорит, ты ведьма, ты сама сожгла своим дьявольским пламенем, так что иди-ка ты по-добру, по-здорову отсюда. Да, она, в общем, собралась, говорит, да, ну тогда я пойду в город, стану этим главным врачом, в Москву пойду, буду, сейчас я лесу, буду законы хорошие сдавать, QR-коды вводить и говорить, что вы все помрете. Бляха-муха! Жену убила лисью. Лисью жену убила. Нехорошо получилось. Так, мы с тобой все оббежали. Я не знаю, что делать. Может быть, где-то какой-то есть этот... задание какое-то. В смысле, не задание, а пояснительная бригада. Дэйв говорит, да, брал меня на рыбалку, бла-бла-бла, объяснил, что нужно делать. Нет, не объяснил, врет он. Ничего он, скотина, не объяснил. Сказал, я приду, сам не пришел, продинамил. Постель постелил, а сам не пришел. Говорит, таблетка не сработала. Ладно, у нас с тобой 3 червя. Ну, может быть, черви где-то здесь. А, мне уже поспать надо, смотри. Блин, старый причал. Ну, червей, может быть, как-то накопать. Ну, как ты их накопаешь? Тут нет лопаты никакой. Вот выживание. А, подожди, может, правда какой-нибудь лагерь, лук, копье, нож, топорик. Ага. И все. То есть я должна прям по всему этому лесу искать червей. Мне это не нравится. Это фу-фу-фу. Но это долго, это непонятно для чего. Уже ночь наступила. Давай палатку разобьем. И если что, сейчас сядем на лодку, поплывем. Так, понятно, надо подальше отходить от воды. А вообще, возле воды, когда ты останавливаешь, ты в курсе, жрачку-то прячь. Выдры вылазят, выдры, всякие эти водоплавающие скотобазины вылезают. Еду воруют на раз-два. Мы как-то, короче, ездили на шашлыки с ночевочкой. Возле речки остановились. Вот. А шашлык в кастрюльке оставили. Где моя палатка? Вот она. Агась. Оставили, ну и спать легли. Среди ночи просыпаемся. Шум, гвал, бляха-муха. Думаю, ну все, те самые черти лешие пришли нас пытать. Водяной, наверное, скажет, вы где остановились? Вы дань не принесли. А выглядываю из палатки. Все, что я вижу, это убегающая скотина, тень. А причем крышки валятся, все валится. Звуки такие, семейство целое выдренное нагрянуло к нам. Шашлык хотел сожрать. Сожрала, да. Остались без жрачки. Мы ненавижу с тех пор этих выдр. Так, ну а что, я здесь не могу разместить? Ну и хрен с тобой. Давай я размещу спальник. А почему нет-то? А чем тебя не удовлетворяет это место? Я не пойду под крышу. Сейчас дождь уже льет. Я все мокрое. Я хочу лечь поспать, чтобы солнышко было. День хороший, бади.
почему нельзя разместить? Что за боговозина? Давай вон туда сбегаем. Короче, мы сегодня с тобой, видимо, не порыбачим. А чё, серьезно? Я не могу разместить палатку, даже чтобы, блин, сохраниться элементарно. Хрена себе. Гости понаехали. Ага, у меня есть удочка. Пошли, у меня есть три червя и удочка. Ладно, убери удочку пока. Она с ней так и будет ходить, как ее убрать? Нет? А как убрать удочку? Кто-то шлеп. Да нет. Ты кого здесь, червей ловить собралась, дурочка? Дурочка, спрячь удочку. На Е. А на чё удочку-то убирать? На Ф, на Г, на... Вообще непонятно. Ладно, мы сейчас дойдем с тобой до этого, до лодки. Прям с удочкой, как дебилы, будем цеплять кустами кусты, этой удочкой, веткой. Она говорит, хочу вернуться в лоно природы. Я так не поняла, как на самом деле искать этих червей. То есть просто бегать по всему этому локации, по всему лесу искать червей, чтобы оно там было. Они редко, реально редко встречаются. Может, я что-то не поняла. Ну и ладно, пошли, у нас с тобой есть... Три червя, это уже хорошо. Сейчас попробуем поймать рыбу. Я так думаю, что вот у меня какая-то полосочка... У меня никакой рыбы не светит, потому что со мной псина, которая не умеет себя вести. Мы ее на берегу оставим, ты в лодку не сядешь. У него это болезнь морская. А, все, вот так даже. Так. А, в Е вошла. Почему я не могу... Я же вошла в лодку. Ружье достань. Вот, лодку не достает. Ружье достает. Фига себе, меня что... У меня, наверное, забагалась, правда, игра? Если я не могу разместить плащ-палатку. А что так светло-то стало? Вроде ночь приближается. Удовлетворить потребности. Если я не могу разместить плащ-палатку свою, не могу сесть на лодку, значит, у меня игра забагалась? Да? Серьезно? Ветку-то я подбираю. Птички. О, я знаю, чем надо. Надо поймать ворону. Ворону-сороку. И сказать, слышь, ты же жрешь червей. Давай, помоги мне, принеси начатываем птенчикам-то. Крылышки-то их желтенькие поотрываю. В заложники возьму. Где гнездо? Скажи мне, пожалуйста. Мы здесь ноги с тобой поломаем. Не пойдем сюда. Поэтому вот только таким способом, наверное, мы с тобой можем... Смотри, правда, я не могу разместить. Найти червей. Вот таким только способом. Какой... О! Опа! На-на-на! Есть! Давай мы с тобой поспим. Сколько ты можешь поспать? Это критический момент. Нет, я знаю, почему она пить хочет. Сейчас мы попьем. Вот эта водица у меня минеральная, целебная. Да, артезианский источник называется. Святой Фома. Отдохнуть. А теперь мы можем с тобой побольше. И теперь надо как-то продумать поиск червей. На что еще можно поймать червя, кроме как не на ворон? Фу, опять мерзопакостная... Ага. Я что, попала? Если я попала с одного выстрела, то просто это... Аплодисменты мне стоя, пожалуйста. Лисица попала. Прикинь. Я думала, это, если честно, волк. А, бади, иди пожри. У нас новый день. Сейчас попробуем еще раз сесть в лодку. Если не получится, я, честно, не знаю, что делать. Не знаю, как искать червей. В принципе, я могу побегать сама. Ты здесь, псина? Могу побегать сама, поискать, тебе потом подрезать. Наверное, так как-то надо будет. Потому что квест интересный, хотелось бы продолжить его. Бади, ешь мясо, ешь. Там этот белок хороший. Белок, углеводы, протеины. Все-все для собаки самое полезное. Чтобы хвостик у тебя пушистился, чтобы глисты не водились. Мы тебе, кстати, надо глистогонку дать. Смотри, сколько у меня мяса. Надо себе бы его тоже пожарить. Тоже попожарить не мешало. Но я, кстати, сейчас прокачала. И она у меня... Фу, какая
Какая погода отстойная. Она мне неплохо на этих, на черничке проживает. Вот как-то так. Как-то так. Ну все, у нас силы есть. О, во, вижу червь. Нет, бляха, муха, гриб. Никакого тигайда, да, по поиску червей? Ничего. Как хочешь, так их и ищи. Где хочешь, там и бери. Причем странно, у меня же есть, ну, хотя бы с тремя червями. Дайте мне поохотиться. На рыбу хочу поохотиться с тремя червями. Так тоже можно, я узнавала. Лягушка прыгает. А ну-ка, иди сюда, падла. Бадди, найди-ка мне лягушку. Слушайте, а можно лягушку ловить? Я тебе отвечаю, можно. Смотри, у меня всего два червяка в рюкзаке. Да, но три наживки. О, ни хрена себе, кто-то улепетывает от меня. Слышь, кваканье, кваканье. О, где? Блин, Ладно, я поняла. Это короче, неправильно. Это трудности перевода. Трудности перевода. Когда ты, блин, читаешь инструкцию на китайском, думаешь, что вставьте, пожалуйста, болтик вот сюда, а надо болтик вставлять вот сюда. И вот то же самое. Тебе говорят, пишут червей, а на самом деле даже лягушечку можно взять. Вот или я чуть не понимаю. Вот смотри, вот у меня есть живая наживка. А, это приманка. Это вот типа вот это все вместе? Три. Или с лягушкой три. Выброси ее. Давай смотреть. Давай смотреть, проверять. Нет, да, это реально лягушка не канает. Извини, извини, принцесса лягушка. Ищи своего принца. Он сейчас стрелу тебе воткнет. Все, жди, жди, он придет. Я не знаю, где брать червей. Можно было как-то их купить? Может, их можно было купить? В магазине. Ну, вообще-то, есть же магазин поплавок. Или там клюет. Или все вот эти дебильные названия, которые собрали вместе. Все же они вот рыбачные, рыбачные. Штабель из бревен. То есть этот квест вообще не продвинется, пока я не найду червей? Пошли попробуем на лодку. Все, заманалась. Я не люблю это, вот это пустолобство. Пустолобство. Ты просто как дурак бегаешь с ахиноцейкой. Это хорошо. Но нам она не нужна. Сейчас вот где... Где-то тут был причал. А вон причал. Чуточку лоханулась в другую сторону. Зато кустики появляются с ягодкой. Почему? Вот помнишь, мы с тобой на лодке уже катались. Нам-то это не впервой, вообще не впервой нам с тобой на лодке кататься. Мы тогда спокойно вошли в лодку, сели, были счастливы и рады. Вот, войди. Я жму Е, она даже ножками перебирает. Вы рядом, малоуратный окунь. Так. Ну-ка, достань мне ее. Ай! Почему она? Подожди. Так. Опа! Ой, хорошо! А где рыба? Мне сказали, окунь рядом. Окунь, 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 окунь. Окунь, окунь, ловись, рыбка большая, золотая, океаническая. Рыба не плавает тут. Мотыли, мотыли полетели. Вот можно на них же рыбачить. Смотри, как жалко червяка, ты понимаешь? Он захлебывается. Туда-сюда. Да, господи, боже мой, да утопи ты меня быстрее. Он не может утонуть. Он же гладенький. Гладенький. У него тельце такое выталкивающее из воды. Хм. Интересно, девки пляж, блин. По 4 штуки с червями вместе. А может быть в ведре что-нибудь есть? Фу, как мухи только летают. Ладно, продолжим бегать искать червей. Вот с этого места я продолжу. А ты, надеюсь, увидишь потом, когда я их поймаю. Всех найду, этих гребаных червей. Невыносимо.
Может быть, тут есть какой-то ореол обитания червяков? Так. Что у нас здесь написано? Дебильный очередной квест? Вот типа этих. Отыщите червей. А есть навык отыскать червя? Дайте, пожалуйста, я его вот с удовольствием бы взяла. Так. Может быть, ты можешь копать? Да хоть термитов. Вот, давай, давай, здесь жучки живут. Бадди, не подходи ко мне, я псих. Черника. Может быть, черви ныкаются в листве? Каменная россыпь, нет. Я не думаю, что будут черви где-то далеко, где-то прям далеко-далеко. Они должны быть рядом с квестом, ну хотя бы в этой области. Это что такое? Гриб, да? Гриб. Блин. А блин. А блин, блин, блин. Ладно, давай думать, где обитают черви, как их достать, как их выманить. Ну, в реальной жизни мы, конечно же, берем с тобой лопатку, саперскую. Стоп, не то. Вот эту вот штыковую. Ты же копаешь штыковую, правильно? Правильно. Может быть, где-нибудь здесь он? Вот, штыковую, значит, эту лопату берешь, подходишь к земельке, ну, ищешь, где чернозем, нормальный чернозем. Вот. Втыкаешь лопатушку, поддеваешь, и у тебя земелька. А ручечками отгребаешь. Да крот тебе говорит, руки убрала от моего пуза. Такая, ой, простите, извините, зачерпнул не того, кого нужно. Вот. А там потом червяк. Червяков много же, они в нормальной почве плодородной, их же полно. Они ее рыхлят, они вообще полезные существа. Очень полезные существа, черви. Вот. И ты их берешь, собираешь в баночку, земельчко присыпаешь. И все хорошо, и все занятно, и идешь на рыбалку. На рыбалку все почему-то ходят рано. А рыба, да, правда? Ёпа-мать, я уже уставшая. И опять пить хочу. Надо, кстати, воду уже закипятить. Все на рыбалку идут рано, потому что, наверное, рыба еще сонная. Рыба спит же, конечно, спит. Все спят. Все твари небесные и земные, и водяные. И вот муха, которая летает вокруг меня, бесит меня. Прям я бы ее червю бы скормила бы. Тоже спит. Все спят, все отдыхают. И рыбка только-только-только. Бобры-добры, а я не очень. Только не успела проснуться, как человек ее манит еду. Это вот ты знаешь, это как на кофе. Тебя на кофе с утра стопудово легко поймать. Вот если ты, конечно, кофе только не любящий кофе. Такие тоже бывают, не осуждаю. Вот. Ты вот на запах кофе. Ой, кофе. Тебя вытаскивают из постели. Говорят, ну что, дорогой, встал? Да-да. Давай, приготовь-ка мне завтрак. Я вот кофе приготовила, а сейчас завтрак. На лоха, как так сказать. Дикобраз поймали. Бать, иди сюда пожри. И тут так же с рыбой. Просто берешь перед ней наживочкой этой рыбочкой, носиком водишь, говоришь, ой, смотри, какая хороша красота, рыбка, кушай червячка. И рыба такая сонная, говорит, да-да-да, я иду. Червяк, ты его хорошо пожарил, да, как я люблю. Ты говоришь, да-да, все, как ты любишь. А? И тебе и вот так же, вот как тебя, так же и рыбку ловит. Давай мы с тобой здесь костер разведем. Я не знаю, я здесь, наверное, надолго. Но мне не нравится, что я тут как дура. Бревна нет, серьезно? Где-то штабеля бревен были. Ну, вот к разрушенному дому нудисты пойдем, там точно бревна есть. Ай, наверное, надо мне метнуться вообще в другую область. Хрен его знает.
Сейчас подумаем. Короче, игра у меня забагалась. Прям реально забагалась. Я не могла ничего сделать. Ни загрузиться, ни сохраниться. Ничего. Пришлось вообще выходить, потому что червяков здесь не найти. Я посмотрела, что в лодку можно войти. Вот даже при наличии малого количества наживки входят в лодку люди, понимаешь? Входят. Я не могу. Не могу и все. Я не знаю, что делать дальше. Наверное, я на этом пока остановлюсь. Мы с тобой полюбуемся на красивейший закат. Где он у нас? Ну вот, 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 видишь, солнышко. Вот оно, солнышко. Присаживайся. Посмотрим на закат и, наверное, будем прощаться с этой игрой. Потому что я не знаю, как действовать дальше. Мне игра нравится. Она довольно интересная. Она довольно живая. Здесь интересные квесты. При всей вот то, что люди ее ругают, она плохая. Да, я не спорю, здесь много минусов, но мне она очень понравилась. Что делать сейчас, понятия не имею. Может быть, где-то действительно можно найти этих червяков, и у меня что-нибудь отбагается. Я понятия не имею, не знаю. Но сейчас пока мы ставим точку. Если все получится, продолжим. Если хочешь продолжение, ну напиши, я загружусь в какой-нибудь дальней записи, пройду еще раз, дойдем до этой точки, может у нас что-то получится. А сейчас всем огромное спасибо за просмотр, за то, что мы жили с тобой в этом чудесном мире Open Country, за все наши приключения, за наши сломанные ноги, покусанные руки, за наши волосы, которые поредели от страха и от нервов. Огромное спасибо. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.